Всем приветики! Не показывала вам свою магнолию, потому что не было чего показывать. Она была в сонном состоянии. Сейчас посмотрите на ее листья. Листья как лопаты. И в таком она у меня горшке где-то примерно литра 3. Вот это магнолия Суланджа. Есть этикеточка. Есть описание сорта. Что она любит, какой высотой будет дерево. Солнце, полутень. 4-5 месяц цветения. PH 5,6. Значит, какие рекомендации по посадке, если вы выращиваете, если вы ее планируете высаживать в открытый грунт, а не выращивать как кадочное растение. Но даже как кадочное растение рекомендации те же. Я показываю вам. Надо уже поливать. Значит, полив 2-3 раза в неделю. Если вы ее высаживаете в открытый грунт, в посадочную яму, нужен торф 10 литров, 5,5-6,5 pH. Также нужно добавить речной песок, чистый речной песок, а не строительный. Потому что строительный он не подходит. Он будет комковаться, прессовать землю, уплотнять. А нам нужен речной песок чистый, чтобы земля наша дышала и была рассыпчатая. Значит, 10 литров торфа, 10 литров песка. И с садовой землей это все перемешиваем. Вверх мульчируем сосновой корой. Полив, я уже сказала, 2-3 раза в неделю. На зиму укрываем агроволокном корни и доверху стволик. Вот так вот. Полностью все мы должны обмотать агроволокном. Это такие рекомендации по посадке магнолии. Я свою магнолию пока что буду выращивать как кадочную культуру. Минус в том, что она у меня будет сильно нежная. То есть она не будет приспособлена. Да, как в природе. Она мне будет тепличная. Ну, посмотрим. Может быть, я ее и в сад вывезу. У нас частный дом у родителей. Так что, может быть, я ее буду закалять. Ей тут очень нравится. Посмотрите на эти листья. Боже, гиганты. Так что вот такое вот растение. Растение шикарное. Огромное дерево, но я думаю, что в горшке оно таким огромным не будет. Посадила еще себе в кашпо такое. У меня была плющевидная герань. Там уже есть бутончик. И с этой стороны тоже плющевидная герань. Вместе с петунией. И посмотрим, соседство им понравится такое или нет. Заводите себе такое прекрасное растение, у кого есть участки, у кого есть балкон и лоджии. Посмотрим, как оно у меня зацветет. Саженцу этому 3 года. 90 сантиметров, ну, где-то до метра.
В августе будут закладываться цветочные почки на следующий год. Вот. Но не факт. Посмотрим. Мика, Мика, Мика. Никак у нее шторки не держатся. Скажи, я хочу на солнышке быть. И все. Мика. Мик. Моя рука меньше, чем этот листик.